встречайте. Давайте нашим детям поаплодируем. Спорт, футбол, хорошо, конечно, но наши цветы жизни. Вы знаете, вообще, не только касаемо футбола, а касаемо спорта, совсем недавно услышал очень классную фразу, что спортом надо заниматься не потому, что он, естественно, полезен и так далее, это все знают, а потому, что он представляет собой модель жизни. Да? Ты делаешь огромное количество одинаковых повторений без надежды на быстрый результат какой-то. То есть ты просто воспитываешь себе дисциплину, ты в себе воспитываешь какие-то бойцовские качества, которые необходимы для побед не только на спортивных полях, а и, собственно говоря, в жизни и внутри себя. Поэтому занимайтесь спортом! С днем футбола! Громче! Ура! Зачем ты пришел? Всего одну ночь с тобой, мое сердце. Мне нужно согреться, что? Мне нужно забыть, Не пугайся, детка, закрой мою большую клетку. Хочешь мне помочь, только на одну ночь и притворись моей. Хочешь мне помочь, только на одну ночь, и притворись моей.
нечего ждать. Не пугайся, детка, закроем мою большую клетку. Хочешь, мне поможешь, только надумаешь, ты притворись моей. Она сказала, пугайся, не пугайся, детка, закроем мою большую клетку. Хочешь, мне поможешь, только надумаешь, ты притворись моей. Она сказала, личных песен попоем. Thank you.
сейчас следующая песня, кстати, ее очень можно к футболу так соединить, не отпуская мои руки, то есть это, чтобы все были вместе. Короче, ребятки, следующий трек у нас называется «Не отпуская мои руки», он будет у нас завершающим. Мне кажется, вообще это важный посыл для нас общечеловеческий. Знать, что за любыми облаками потом всегда наступает рассвет, наступает солнце. Главное, чтобы близкие люди были рядом. Ничего нет важнее их здоровья, счастья, благополучия. Поэтому берегите своих родных, занимайтесь спортом, берегите своих детей обязательно. С праздником вас всех! Не отпускай мои руки! Красиво!